We are finished today. How did you do? Вы сегодня вот закончили выступать. Как вы это достигли, свои результаты такие? Ну, в данный момент, как бы, ну, результаты-то мой не очень. Я готовлюсь к чемпионату Европы, вот, и все-таки собираюсь там набрать свой личный результат. Ну, в принципе, так довольна, стала вторая. In principle, the result is not so high. I'm not on the peak of my form today because I'm in reality practicing and training for the European Championships in Barcelona. But anyway, I got a very good result. I'm second and I'm very satisfied. The second place, when did you make the difference? Because the last event, it was still not second. Когда вы поняли, что вы на втором месте? Потому что даже до самого конца, до последнего забега не было ясно, кто победит, кто будет на втором месте. Когда вы поняли? Ну, я поняла, потому что как бы я знала, сколько очков проигрываю, и я старалась бежать со всех сил, отдала свои все силы, чтобы пробежать по-личному, и чтобы переместиться на вторую позицию. It was calculated in her head how many points she needs to get the second place, and she tried to run as fast as she could and to get at least to her personal best to get the higher scoring to get that second place. What are your expectations towards Barcelona? И какие ваши надежды на Барселону? Что вы там намечаете для себя? Ну, очень бы хотелось, конечно, завоевать медаль. I really, really would like to get a medal on a podium. And what's your PB now? Какой ваш персональный рекорд сейчас? 6037. And what does she think she needs to improve to get the medal? Какой вид вам надо улучшить, чтобы получить медаль, завоевать медаль? Длину и барьеры. Long jump and hurdles. How did the hurdles go this weekend? И как у вас с барьерами было в этих соревнованиях? Ужасно. Terrible. Очень плохо. Very, very bad. Ветер был очень сильный. And there was a wind, the headwind. What event was your best performance this weekend? И самая лучшая дисциплина в этих соревнованиях? Ну, наверное, 800 метров. Yeah, probably the last day, 800 meters. Does she have an example in sports? У вас есть какой-то герой в спорте, какой-то пример, на кого вы хотите так? Джессика Энис. Джессика Энис, да. She will be in Barcelona. И она будет в Барселоне. Да, yes. Yes, Джессика Энис. Why is Джессика Энис her example? И почему? Ну, я вот недавно выступала с ней в Гетисе. Как бы мне очень понравилось с ней. Я с ней прыгала в высоту, прыжки в высоту. Как бы у нас в основном одинаковый результат. Ну, мне она очень добрая, она очень хорошо выступает. Ну, как бы я стремлюсь достичь такого же результата. She's a very nice person. I've just seen her in Goethe's at the competition. We were jumping together the heights, and I felt that she's quite similar to my personality, and I can see that she's a fighter, and I want to get the same attitude and the same performance as she does.